Я тебя люблю. Пока, любимый. Алло, пап, привет, все хорошо, я уже дома поднимаюсь. Вот и наши долгожданные гости. Привет. Ну, давайте знакомиться. Юрий Анатольевич, папа Ани. Ну, а вас как зовут? Как вас зовут, молодой человек?
Пап. Пап. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Позвольте мне вам помочь. Накроешь на стол, созовешь гостей. Найдется место в твоем доме и ему, и ей. Подругам, друзьям, лучшим, самым близким, сердечным, знакомым лично по переписке. Улыбаться будешь искренне, ведь по-другому ты не умеешь улыбаться вовсе. И в конце скажи, загрустишь ли ты, когда заметишь, что кого-то не хватает в этом празднике в моем лице? Это меняет меня абсолютно, абсолютно. Мне без тебя солнце не уютно. Это меняет меня абсолютно, абсолютно. Снова у окна встречаю утро. Это меняет меня абсолютно, абсолютно. Знаю, что вернется все по кругу. Я все такой же глупый, все так же верю в чудо. Опускаю взгляд, но не опускаю руки. Слушай,
Кто-то сказал там, что не плачут никогда мужчины. Я скажу тебе, что никогда они и не любили. Кто-то забывает пару лет в одну минуту. Я же за два года ни одной минуты не забуду. Два года между нами, что значит для тебя? Они не верят, что пустяк просто. Ты не каменна, в моем мире поначалу была самозванкой. А став частью меня, вывернула наизнанку все. Это меня. Все так же верю.